Иран провел испытание новой баллистической ракеты с дальностью полета до 2000 километров. Как сообщают СМИ, ракета иранского производства «Хуримшер» способна нести несколько боеголовок. Информации о месте и времени проведения испытаний нет. Отмечу, накануне ракету продемонстрировали на военном параде в Тегеране, за которым лично наблюдал президент страны Хасан Рухани. Он заявил, что Иран будет и дальше развивать свой военный потенциал. При этом он подчеркнул, что Иран никогда не применял свой оборонный потенциал для нападения. Также глава республики добавил, что страна привержена соглашению по ядерной программе, которое было достигнуто 2 года назад.